На площади имени Выборгских полков кадеты чеканили шаг, пели строевые песни, соревновались в военной выправке. В Выборге прошел открытый смотр-конкурс кадетских классов. Его приурочили к пятилетию кадетского движения в городе. Первый открытый фестиваль смотр кадетов кадетских классов «Виват Кадет», посвященный пятилетию кадетского движения в Выборгском муниципальном районе, считать открытым. Кадетское движение в Ленинградской области набирает популярность. Только в прошлом году в конкурсе «Виват Кадет» от одного только Выборгского района участвовали 12 классов. А в этом году уже 14. Товарищ полковник, кадетский 8 класс к смотру готов. Кадетский класс созвездия Первомайского центра образования для смотра построен. Товарищ полковник, кадетский класс пограничник на смотре «Виват Кадет» построен. Кадетское движение Выборгского района насчитывает уже около 400 курсантов. Все они обучаются по разным направлениям. Одни готовятся стать спасателями, другие планируют работать в полиции, а кто-то мечтает служить в пограничных войсках. Ракета в небо может сбиться, и в тот же час сигнал ружье поднимет нас, а на плечах у нас зеленые помои.